Всем огромный привет и рада вас видеть на своем канале Ванила Мария. Для тех, кто первый раз, мой никнейм пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня мое видео будет посвящено молодому российскому бренду PI Cosmetics. Я давно уже вам обещала видео об этой косметике, так как один из продуктов попал в видео о фаворитах, и после этого вы на канале заинтересовались этим брендом, просили побыстрее снять уже наконец о тех продуктах, которые я протестировала, и вот это видео наконец-таки выходит именно для вас, поэтому всем желаю приятного просмотра, оставайтесь со мной. Прежде всего, еще раз расскажу о продукте, который действительно поразил меня, это альгинатная моделирующая маска из серии Odio. На самом деле, мне понравилось именно в бренде VI Cosmetics, что у них очень-очень много линеек, все линейки отличаются по дизайну, они отличается по составляющим с разными ароматами, и мне очень понравилось, что можно выбрать действительно продукты, которые больше нравятся, можно подобрать из одной линейки, можно подобрать из разных. Я попробовала из нескольких линеек подобрать для себя продукты с разной направленностью, поэтому я надеюсь, что будет очень разносторонний обзор для вас, будет интересно. Так вот, альгинатная моделирующая маска — это тот продукт, который просто поразил меня и ради которого я посчитала, что этот обзор стоит снять все-таки. Этот продукт, я первый раз сталкивалась с альгинатными масками, но, честно говоря, я после именно этого продукта поняла, что альгинатные маски — это, черт возьми, просто гениальное произведение на рынке косметической индустрии, потому что на самом деле именно альгинатные маски, мне кажется, это must-have после определенного возраста, потому что эта вещь способна стереть следы усталости, следы возраста и все ненужное, все, что делает нашу кожу хуже, что прибавляет нам возраста, что делает кожу усталой, это просто вот реально временной ластик, который стирает все с лица, оставляет только свежую, отдохнувшую кожу, очень плотную, напитанную, очень хорошо помогает эта маска именно проникнуть компонентам полезным тоников и сывороток на более глубокие слои кожи, потому что я использую своим тоником от Плеяна, и с помощью именно этой маски все компоненты увлажняющие тоника попадают очень глубоко в кожу. Я чувствую прямо, что именно вот после этих двух продуктов, моего тоника от Плеяна увлажняющего и после этой маски, моя кожа как будто бы становится кожей, не знаю, младенца, потому что у меня очень увлажненная, очень плотная кожа, и она такой остается очень долгое время. Маска потрясающая. Единственное, что хочется сказать сразу, это не такая маска, что ты ее намазал, смыл, все прекрасно, как бы может любой человек с любыми умениями это сделать. Здесь нужно все-таки быть аккуратным, понимать, что это маска пластифицирующаяся на лице. Нужно понимать, что вам придется с этой маской просидеть энное количество времени. Она будет застывать на лице, ее нужно уметь снимать, ее нужно уметь наносить. Нужно быть аккуратным по линии роста волос, чтобы не выдрать себе волосы. Также нужно с целью предосторожности наносить жирный крем на брови и на ресницы. Желательно, конечно, эту маску наносить на все лицо, включая и рот, и губы, и глаза, и область вокруг глаз. И, естественно, когда вы одна, вы не можете это все нанести на себя и снять, соответственно. Поэтому очень рекомендую, если есть такая возможность, там, допустим, собрались с подружкой, устроили себе спа-ритуал на дому, какую-нибудь вечеринку, попробуйте вместе наносить эту маску, потому что вообще производитель и подразумевает, что альгинатная маска наносится на все лицо. В общем и целом, именно это я считаю прям звездным продуктом марки VI Cosmetics. Именно этот продукт я считаю, что должна попробовать каждая девушка, особенно девчонки, которым уже 25-30 лет. Я считаю, что для вас это просто must-have, что нужно попробовать. Следующий продукт для лица также мне очень понравился. Это крем-гамаш Pearl Snow. Прям как Джон Сноу. Все бристолисты сразу сейчас поймут. Это вот такая вот масса. Баночка, кстати говоря, очень тяжелая. Если маска, которая альгинатная, она сухая, ее нужно разводить, поэтому баночка очень легкая, ее можно брать с собой, то здесь баночка весит, не побоюсь этого
слово 160 грамм. Это очень такая плотная масса, ее нужно распределять по лице, делать массаж. После этого вы оставляете гамаш на лице, и потом вы скатываете. То есть это, с одной стороны, и стандартный гамаш, стандартный пилинг, с другой стороны, это пилинг-скатка. То есть такой очень необычный продукт, который совмещает в себе именно несколько других, то есть по способу применения. И после него кожа остается просто отполированной до нельзя. Вот я по-другому не могу сказать, при учете, что у меня очень обезвоженная, склонная к куперозу кожа, но я вот этот продукт очень люблю и наношу его на кожу, потому что, несмотря на то, что он отполировывает все, убирает все омертвевшие клетки, несмотря на это, он очень мягкий. То есть он не жесткий абсолютно, он очень мягкий, он очень хорошо именно полирует кожу, это огромный-огромный его плюс. Также, конечно же, у него большой объем, и помимо этого у него потрясающий состав, только вдумайтесь, здесь содержится масло кокоса, также прополис, морская соль. Морская соль, кстати, очень полезна девчонкам, у кого кожа склонна к воспалениям. Также отвар чабреца, смородины, медуницы, жемчужная пудра. Потрясающий продукт, он в себе содержит очень много полезных для нашей кожи ингредиентов, поэтому также вам советую, очень классный продукт для ухода за собой. Чтобы вам легче было найти этот крем-гамаш из линейки Индика, и также из этой же линейки Индика у меня есть увлажняющее молочко «Белый виноград». Здесь у нас не очень большой объем, 100 мл. Честно говоря, молочко хорошее, оно мне очень понравилось, у него фантастический состав, масло ши, миндаля, авокадо. Данное молочко прекрасно увлажняет кожу, очень хорошо напитывает ее, но единственное, вы сразу должны понимать, что здесь именно аромат даже не белого винограда, а именно такого вот винограда Изабелла. Очень сладкая, очень такая приторная нотка в этом аромате есть, поэтому я, честно говоря, не использовала полностью это молочко, я отдала маме, она менее привередлива к запахам, поэтому у нее ушло в лед это молочко, практически уже очень классный продукт, он действительно хорошо увлажняет кожу, но будьте осторожны с ароматом, потому что если вам нравятся ароматы сладкие, такие насыщенные, сейчас я думаю, что на зиму будет очень классным, я просто использовала именно летом, мне на лето было тяжеловато. И мне кажется, эта душка достаточно стойкая, поэтому возможен конфликт с парфюмом, если он абсолютно из другой оперы. А так, молочко действительно очень классно, очень хорошо увлажняет кожу. И я бы советовала молочко, но будьте аккуратны с ароматом. И последний продукт на сегодня, последний продукт, который я протестировала из марки VI Cosmetics, это серия C&B Natural, крем-уход, укрепляющий кожу груди, цитрус и кофе. Быстрое восстановление формы после беременности и родов, полностью натуральный состав для деликатной зоны. То есть здесь 100 мл, здесь также очень хороший состав. Масло какао, ши, арахиса, цитрусовое пюре, морской коллаген, растительный эластин, кофеин, цитрит серебра, сок мандарина, алоэ. У меня также этот продукт благополучно ушел к маме, она по сей день пользуется, уже добивает эту баночку, ей очень нравится крем для деликатной зоны, он хорошо увлажняет кожу, очень хорошо ее питает, каких-то там видимых сдвигов, что грудь стала как там, я не знаю, как 20 лет назад, она сказала, что нет такого, просто очень хороший крем для деликатной зоны декольте. Но у меня он не пошел, у меня, видимо, как раз-таки цитрусовое пюре или какие-то цитрусовые экстракты, ингредиенты, они вызвали аллергию. То есть у меня началась сыпь, я сразу поняла, что, видимо, мне нельзя такие вещи. Но я хочу отметить, что у меня действительно в последнее время бывает аллергия на цитрусовые, у меня бывает аллергия на мандарины, на апельсины, у меня начинает все чесаться, поэтому, в общем-то, это у меня конкретно, наверное, с цитрусовыми ингредиентами не пошло. Единственное, у этого средства достаточно необычная отдушка. И мы, честно говоря, не совсем поняли, чем он действительно пахнет, потому что ожидали какую-то цитрусовую отдушку, а здесь оно пахнет как будто бы кефиром или даже ближе будет ацетофилином. Вот, поэтому также имейте в виду, что здесь такая достаточно специфическая отдушка, но она не насыщенная, быстро выветривается и дискомфорта не доставляет. А так, в целом, у меня не пошло, честно скажу. Маме безумно нравится средство, очень она рада, что оно ей досталось.
Это все продукты, о которых я сегодня хотела вам рассказать. В целом по марке я очень довольна своим тестированием косметики VI Cosmetics. Также мне уже советовали другие продукты из других линеек именно от этой марки. Я думаю, что я закажу в ближайшее время. Если буду что-то заказывать, обязательно буду рассказывать вам видео. Марка классная, действительно, за счет того, что очень много продуктов, очень большой ассортимент на разные возрастные категории для разных групп потребителей. Есть продукты, начиная от продуктов для лица, заканчивая продуктами для волос. Есть огромный спектр средств с натуральными, подчеркиваю, с натуральными, очень хорошими составами, содержит очень много полезных ингредиентов. Косметика реально работает, особенно я довольна продуктами для лица. У меня они просто must-have на данный момент, особенно альгинатная маска. Очень много есть необычных продуктов, которые не встретишь в других марках вот так вот сходу. Поэтому марку я вам в целом советую. Обязательно прикреплю ссылки на продукты, ссылку на сам интернет-магазин в инфобоксе. Поэтому открывайте, смотрите. Если вы вдруг выберете что-то по моей рекомендации, обязательно пишите в комментариях свое мнение о данных продуктах. Также пишите в комментариях, в принципе, знаете ли вы эту марку, как вы относитесь к натуральной косметике, какие натуральные марки вам больше всего нравятся. И это все. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также в инфобоксе оставляю всегда ссылки на мои социальные сети. И все. Всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!